Болгарская полиция провела совместную операцию с американскими коллегами в университете Софии, где в течение длительного времени печатались долларовые купюры высочайшего качества. Конфискованы принтеры и другое оборудование для печати денег. Также изъято 4 миллиона фальшивых долларов США и свыше 3,5 миллионов фальшивых евро. Название учебного заведения пока не разглашается. Арестованы 2 человека, как сообщили в столичной прокуратуре. Это мужчина и женщина, сотрудники вуза. По данным следствия, они взимали 10% от номинальной стоимости поддельных банкнот, изготавливаемых в университетской типографии. В полиции полагают, что подозреваемые состоят в крупной преступной группировке, которая занимается контрабандой фальшивых долларов на Украину и евро в западноевропейские страны.